Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать в отель Меркюр Тюмень Центр. Это новый прекрасный международный отель. Мы безумно рады видеть экспедицию «Широта 59» у себя в гостях. Всех ждем здесь, в прекрасном городе Тюмень. Добро пожаловать! Здесь представлены изделия, скульптуры как из рога лося, так и скульптуры из кости мамонта. Вот многие не верят, что еще существует кость мамонта и бивень мамонта. Но это так, потому что из вечной мерзлоты еще вытаивают кости мамонта. И мастера обрабатывают их раствором и затем начинают резать. И получается очень красивое изделие, и практически это уже историческая ценность.